Ну а в преддверии Дня российской науки ученые, координирующие ход научной экспедиции, рассказали о промежуточных результатах. Напомню, вторая комплексная экспедиция – это ряд исследований, проводимых по пяти актуальным направлениям – от повышения качества жизни населения Якутии до повышения продовольственной безопасности. Масштаб и потенциал исследований сопоставляются с первой подобной экспедицией, проведенной в 20-х годах прошлого столетия. Но в прошлом веке малоизведанный Северный край изучал десант из советских ученых. Теперь же на службе у республики почти за 100 лет появились собственные квалифицированные научные институты. Только начали. Мы сделали первый шаг вот по выполнению комплексной программы. А вот первый этап, конечно, он очень важный. Он связан с тем, что надо оценить вот сегодняшнюю ситуацию. Каков же потенциал, каковы наши силы. И самое главное, определить уже по каким конкретно тематикам, темам мы будем выполнять уже конкретные исследования совместно с ведущими научными школами Российской академии наук.